Kalkma da bakma. Набор открытка магнит с Пасхой. А, вот эти палочки. Наклеечки. Да, я вижу. Хоть сейчас можем набор взять. Но мне кажется, они еще стоять будут неделю-две. Пасха только 28 апреля. Мне кажется, они еще больше. Вы смотрите, какая вот эта красивая. Они одинаковые в ряд стоят, а дешевые по 4 рубля один цвет. Рада приветствовать на своем канале очередное видео покупки Ашан. Немножко поснимала, что выставили к Пасхе. Так, одноразовые пеленки 121, сорти 37. Так, сколько у нас здесь грамм? Не помню. А, 350. Маме нравится смесь сладкая, вот такая вот. Мы ходили с мамой, потому что муж все выходные работает, и мы не очень много набрали, все необходимое. Так, Теана у нас по 113, сейчас Кефри по акции по 96, Доширак 32, мама себе взяла. Так, Дримс 52, Зефир до 50 с чем-то рублей, ванильный. Из масочек взяла вот такую. Увлажняющая маска, гиалуроновая кислота. Там еще была омолаживающая, была с картошкой, с томатами, с гранатом. Очень много новинок. Вот, она стоит 69 рублей. Вот эта сейчас маска в виде тигры и панды со скидкой по 79, а так она 100 с чем-то рублей. Вот, тоже увлажняющая. Тоже решила взять. Так, колбаски. Они стали выпускать новые упаковки. 85 рублей. Появились вот такие новинки Вискас по 19 рублей. Мы взяли две штучки попробовать ей. И обычные два пакета взяли, ну, по 19 рублей они с чем-то. Так, сейчас по акции шампунь «Чистая линия» со скидкой. Потом «Космия» тоже со скидкой. Сейчас взяла шампунь, я не знаю, как он точно произносится. Просто я знаю, что это производитель «Черный жемчуг», «Чистая линия» все это делает. Так, 4 вида было с умной формулой. На 98% меньше ломкости и выпадения волос. Укрепляющие. Здесь у нас 400 мл, 154 рубля. На Валберис по 130 вроде он. Но решила взять именно в Ашане. Так, вот такой лаваш. Так, лаваш у нас тандырский, 46 рублей. Взяли вот такие попробовать «Я самая» салфетки. Они стоят 26 рублей. Взяла вот такой попробовать ополаскиватель при карисе. 75 рублей, 250 миллилитров ихний. Milky Way 20 рублей. Вот такой Дирол мята 18. Тип-тип у нас получается 21. Сейчас по акции Ampelgold горький шоколад. Он по 49. Мама себе выбрала вот такой крем-комплимент. Крем дневной для лица, ревитализирующий. Локация, блокировка морщин. Разглаживание носогубных складок. Стоит 88 рублей. И еще есть гель ночной. Вот. Ну, остановите на паузу, почитайте. 88. Так, из журналов еще мало что вышло. Так, ну это до 20 с чем-то рублей. Сваты тоже до 25. И телепрограмма. Она 36 с Аллой Пугачевой. Так, из овощей и фруктов мы много не брали, потому что у нас половина есть. Так, огурцы немножко подешевели. Вот эти по 83, которые пупырчатые, килограмм по 166. Муж просил шаверму, вот мы взяли на 129. Так, репу. Так, репу у нас 64 рубля, 430 грамм на 27 рублей. Так, лук репчатый.
по 39, 284 рубля. Очень сложно было выбрать, потому что перемороженные прям видно. Так, бананы. Ну, яблоки я в Перекрестке взяла. По 75 на 62 рубля. Так, сейчас по акции. Есть с миндалем, есть с фундуком. Так он стоит по 200 рублей. Вот этот торт сейчас по 119. Коломенская нам очень нравится. Вот, решили взять. Так, морковка. Да, где-то должна быть. Ладно. А, вот морковка. Морковка вот у нас. Так. Почем у нас морковка? А я не вижу. А, вот он, ценник. Перевернутый. Так, морковка по 47 рублей. 478 грамм на 22 рубля. Так, рис длиннозерный 60 рублей. Вот такой. Просто мы сейчас хлебцы бы что едим. Для мужа взяла хлеб. 18 рублей коломенская. Так, два чебурека взяли по 39. Обязательно без ряженки мама не может. Так, он по 61 рублю. И молоко вроде 64. Я не поняла, по ценнику посмотрим. Так, по акции Слобода. Он по 49. Сейчас по акции масло из Вологды по 117. А так оно 140 с чем-то. Взяли печень говяжья. Вышла на 200 с чем-то рублей. Решила взять вот такой ихний Рокко марки Бедро по 195. Там еще по акции котлеты Киевская Петелина по 150 рублей. Потом медальоны Петелин, Петруха тоже по 154. Так, голень индейки, краснобор индейка на 200 с чем-то рублей. Так, и котлеты свежесть натуральные 154. 23 рубля. 18. Эмергут 18. Ну, что-то по 16, что-то по 17, потому что у нас много йогуртов осталось. И сырок творожный Александров 26 рублей. Вот. И давайте пробежимся по чеку. Сумма покупки 3312 рублей. Вот. И далее смотрите покупки из Перекрестка и так далее. Так что всем приятного просмотра. Покупки на рынке. Так, замороженные блины килограмм 165 рублей вышло, килограмм 155 рублей. Хлеб 8 злаков, он стоит у нас 35 рублей. Так, в палатке купили вот такую икру кита Камчатка. 300 рублей она стоит. Ну, попробуем. Так, в Макденте по акции литовская. Между сметана 60 с чем-то рублей. Так, по сосиски стародвое баварские по 130. Так, на рынке взяли еще окорок на 250 рублей. Килограмм был 475. А потом был 160 творожная масса килограмма. Взяли 500 грамм на 106 с изюмом. И мама взяла на 125 рублей вот такое мясо из голов свиных. Я не знаю, когда это будет есть, но ей захотелось. Вот. Вот такие покупочки. Покупки из Перекрестка. Так, яблоки вышли на 146, тут килограмм с половиной. Хлебцы 39 рублей. На 45 рублей вот этот крабовый. Рулет. Это рыбка. Кита, балык. На 145. Так, по акции колбаса вот такая. Вот. Батон вышел на 231 рубль. Сникерс. Так, капустка 87 рублей. По-корейски. Так, перец болгарский подешевле. По 209, вообще не дороже. На 151 рубль. Вот, вот такие покупочки из Перекрестка. Покупки фикс прайс. Так, пеленки, они 55 рублей стоят. Неохота мне идти в Ашан. Вот, фикс прайс поближе. Еле-еле. Для собак не было. Полупустые полки фикс прайс. Так, папия 99. По акции тоже не было в Перекрестке на этой неделе. А туалетная бумага нужна. 6 рулонов 99 рублей. И мама просила купить бархатные губки. 25 рублей. И протеиновый батончик 25 рублей, только с таким вкусом был. Пустой какой-то у нас фикс прайс. Так, в Перекрестке по акции 79 рублей. Вот этот утенок взяла попробовать, потому что бреф жидкий не было ни в Ашане, ни в Перекрестке.
Взяла такой попробовать. Так, и вкуснотеево молоко по 49 рублей. 900 миллилитров. Вот такие покупочки. И в фикс-прайсе выложили все к Пасхе.